Испокон веков люди всегда переживали за сохранность своих денежных средств. Грамотно распоряжаться деньгами и уметь защищать их от мошенников. Сегодня это главная тема урока для учеников первой гимназии. В роли учителей сотрудники Сбербанка. Вместо привычных учебников – мастер-класс от специалистов. Экскурсию начали с истории банковского дела в России. Ознакомиться с ней лучше всего в самом историческом офисе Владивостока, где можно увидеть образцы и оригиналы денежных знаков и финансовых документов 19 и 20 века. Здесь облигации, также расчетные чеки, акции. От слов к делу в так называемой зоне 24 ребятам показали, как правильно пользоваться банковской картой и рассказали о бонусах, которые Сбербанк дарит своим клиентам. И, конечно, объяснили, как с помощью мобильного приложения Сбербанк онлайн можно легко и быстро совершить необходимую операцию, например, срочно перевести деньги. Затем, получив талон в электронной очереди, школьники побывали и в роли клиентов банка. А эта часть экскурсии вызвала особый интерес школьников. В кабинете руководителя отделения их научили отличать настоящий паспорт от поддельного. Не только на глаз, но и с помощью специального аппарата. Кроме этого, здесь написано «паспорт». Ну и, собственно, все странички вот эти должны гореть. Если на какой-либо странице они не горят, значит, это паспорт поддельный. После такого урока ученики, не сомневаясь, отвечают на вопрос, что такое банк и зачем он нужен. Многим уже не терпится завести собственную карту, а некоторые даже подумывают и о профессии банкира. Это очень интересно, потому что ты каждый день встречаешься с разными людьми, которые приходят с абсолютно разными проблемами и действиями, которые они хотят совершить в этом банке. Банк – это место, в котором хранятся твои личные сбережения, счета, также где ты сможешь занять себе деньги, оплатить услугу, чеки, выписки. Такие экскурсии для школьников Сбербанк проводит несколько раз в день в рамках недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Это чаще всего 9, 7, 11 классы. А те ребята, которые еще либо не стали клиентами Сбербанка, да, либо уже клиенты Сбербанка, но находятся на распутье выбора своей профессии. Мы их обучаем. Очные уроки, вебинары и экскурсии для детей на тему, как сохранить и приумножить деньги, Сбербанк организует на этой неделе более чем в 80 городах страны. Анна Бережная, Василий Косилов. Новости на Восьмом.